Ну чего, ты вставай. Ты лежа будешь прыгать, да? Лежа? Напрыгнулся. Дима на гамаке лежит. Смотри, не шлепнись. Раскатай меня. Тебе покатай. Он не для этих целей вообще-то, не для катания. Цветочек. Цветочек. Когда прыгал, прыгал, я прыгал, прыгал, там цветочек вылез. Ага. Вон цветочек там. Вылез там, не висает. Там, когда прыгал, у меня цветочек, он вылез. Да, вырос. Когда прыгал. Смотрите, сегодня уже украли часть качелей, досочки. Вчера спилили все деревья. Какой-то прям беспредел уже просто творится. Вот такая наглость. Взяли доски. Я не удивлюсь, что еще завтра эти качели спилят просто. Просто возьмут и спилят. Это уже что-то становится слишком странно. А еще, знаете, самое странное, что предыдущее появилось... А, нет, уже сняли. Веревочка одна осталась. Появился сначала крестик какой-то странный. Он валялся вон там. Его уже украли. Мы брать не стали. Чужие вещи не берем. Осталась одна досочка, она прибита хорошо. А те две украли. Сначала спилили. Видимо, кому-то мешает эта площадка, то, что тут дети гуляют. И спилили деревья. Вчера. Сегодня вот... Уже украли досочки. Это обидно, кстати, очень сильно обидно. Да? Да. Качели. Что тут не так шумно, уж больно. Приходят поодиночке, все катаются. А завтра только одну спилили, еще одну. Да, маленькие вот они поспилили, маленькие, а большой осталось. Вчера пилили здесь, надо было нам. Кстати, вон там видно даль. Мне кажется, это вот этот вот сосед испилил, может быть. Наши соседи сказали, что сосед напротив, но вот эта вот дача, она пустует. Остается вот только та. Мама туда ходила, там сказали, что ничего не знают. Да, вот так вот. Ты чё? Кто там идет? Кто там?